Так выглядела наша Москва на рубеже 17 и 18 веков. Мощные кремлевские стены и башни, множество домов, усадеб, торговых лавок. Все говорило о силе русского государства, о большом пути, пройденном к тому времени русским народом. Но многое в облике города свидетельствовало и об отсталости России, о ее замедленном по сравнению с некоторыми западными странами развитии. Особенно это бросалось в глаза путешественникам-иностранцам. Вот одно из таких свидетельств – книга Адама Олеария. Даже не читая текста, по одним иллюстрациям можно понять, какой представлялась ему Москва. Деревянные, почти лишенные света, беспорядочно стоящие дома. Великое множество церквей и храмов. 40 сороков, говорили тогда. Это не было случайностью. Церковь по-прежнему оказывала огромное влияние на жизнь государства. В руках духовенства целиком находилось все дело просвещения. Изучались не практические науки, а псалтырь и часослов. Даже в школьные прописи попы помещали такие изречения: «Богомерзостен всяк, любя геометрию». Или «Кто латыни учился, тот с пути совратился». Фанатичные приверженцы старины, в том числе и поднятые боярством стрельцы, упорно сопротивлялись начатому Петром преобразованию русского государства. Молодой царь жестоко расправлялся со своими политическими противниками. Преодолевая сопротивление внешних врагов, Петр добивался выхода России к Балтике. В мае 1703 года в отвоеванном у шведов устье Невы закладывается крепость Санкт-Петербург. На левом берегу, ближе к морю, но так, чтобы оставаться под защитой крепостных пушек, строится по чертежу Петра Адмиралтейская верфь. Всего через год с ее стапелей сходят первые корабли Балтийского флота, вскоре увенчавшие себя славой в победоносных сражениях со шведами. Вокруг этих двух укреплений, удивляя мир стремительностью своего роста, строится по предначертанному плану большой город европейского стиля. Его первой жилой постройкой стал домик Петра, воздвигнутый за 2 дня солдатами. Они срубили его так, как их отцы и деды рубили избы. Но Петр приказал стесать бревна и раскрасить их под кирпич, а окна сделать по типу голландских. Лишь двери с металлическими накладками напоминают еще о старинных московских палатах. Через 2 дня после постройки в этой комнате Петр и его сподвижники праздновали возвращение исконно русских земель и основание нового города, который вскоре стал столицей России. К тому времени Петр уже жил в летнем дворце. Мы в его рабочем кабинете. Сколько различных указов родилось за этим письменным столом? Знакомясь с ними, невольно вспоминаешь слова Пушкина: «Достойно удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые – суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости.
старые, нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. И все же, искореняя варварство варварскими методами, Петр немало способствовал развитию светских знаний, росту русской культуры. Более 50 указов посвящены делам просвещения, в частности, созданию новых школ. Цифирных для горожан, епархиальных для духовенства, гарнизонных для детей-солдат. В Москве, в здании Сухаревой башни, открывается первая школа, в которой Петр повелел быть математических и навигацких, то есть мореходных, хитростно наук ученью. Выпускаются учебники. Вот один из них. «Арифметика, сиречь, наука числительная», написанная Леонтием Магницким. Впервые в России издаются таблицы логарифмов. А это прадедушка всех русских газет, правительственный вестник ведомости. Взамен неудобного для печати и чтения старославянского шрифта вводится новый, гражданский. Одной из первых книг, напечатанных новым шрифтом, было «Юности честное зерцало. Правила житейского обхождения для молодых дворян». В России всегда любили собирать разные редкости, такие как этот кораблик, целиком отлитый из русского серебра, или этот поднос из меди, полученный на первых медеплавильных заводах. Много лет пополнялась коллекция диковинок, которые собирались не только по всей России, но и за границей. Эти и другие экспонаты стали основой первого русского музея, Кунсткамеры, существующего и по сегодняшний день. В 1725 году была основана Российская Академия Наук. В именном указе Петра говорилось: «Такое здание учинить, через которое не токмо слава сего государства для размножения наук нынешним временем распространилась, но и через обучение и расположение онных польза в народе впредь была». В первые же годы своего существования Академия наук приняла деятельное участие во многих географических изысканиях. Особенно большой вклад в науку внесли ученые и моряки второй Камчатской экспедиции. Беринг и Чириков открывает пролив между Евразией и Америкой. Вскоре русские корабли достигают берегов Северной Америки, делают известными миру Алеутские и Командорские острова. Крашенинников исследует полуостров Камчатку, составляет описание земли Камчатской. Братья Лаптевы и Пранчищев исследуют северные берега нашей Родины и моря, их омывающие. Челюскин доходит до самой северной точки азиатского материка. Широта и размах географических исследований позволили впервые издать «Атлас Российской» с приложением 19 подробных карт. В середине века Академия наук превратилась в один из важных научных центров своего времени. В ней работают такие выдающиеся математики, как Леонард Эйлер.
Даниил Бернулли. Географ и натуралист Степан Крашенинников. Поэт и филолог Василий Третьяковский. Рождал русский народ и талантливых изобретателей. Это макет первой заводской паросиловой установки, созданной солдатским сыном Иваном Ползуновым. Замечательный механик-самоучка Кулибин. Его проект огромного одноарочного моста поражает смелостью замысла и точностью инженерного расчета. Кулибин имел много изобретений. Водоходное судно, самодвижущуюся карету, прообраз современного автомобиля и много других механизмов. Из глубин народа вышел и Михаил Васильевич Ломоносов, гордость русской и мировой науки. Ломоносов был металлургом и географом, астрономом и геологом, физиком и химиком. Он был также историком и филологом, поэтом, драматургом, художником. Казалось, не было на свете такой отрасли знания, которой не заинтересовался бы его пытливый ум. Те, кто обладает воображением, могут представить себе, как собирались здесь вокруг стола члены Академии, а Ломоносов знакомил их с результатами своих исследований. Сидел он обычно вот в этом кресле. Свидетелем бесед был и этот старинный шкаф, заполненный книгами того времени. Научных работ у Ломоносова было много. Изучая процессы горения, он первым в мире открыл основной закон естествознания, закон сохранения вещества и энергии. Исследовал природу света. Занимался изучением атмосферного электричества, опытами крайне опасными, стоившими жизни его соратнику, профессору Рихману. Даже внешний вид кабинета ученого говорит о разносторонности его интересов. А этот макет позволяет судить о научном оборудовании его химической лаборатории. Разработку теоретических вопросов Ломоносов совмещал с практической деятельностью. Так много времени и внимания уделял он особому роду цветного непрозрачного стекла – смальте. Из этих разноцветных кусочков им создавались большие картины и портреты. В похвалу смальти Ломоносов писал: «Коль пользы от стекла приобрело великий, доказывает то, финифти, мозаики, которые век хранят геройских бодрость лиц, через множество веков себе подобны зрятся и ветхой древности грызенья не боятся». Вершиной научной и общественной деятельности Ломоносова явилось создание Московского университета. Он помещался вначале в здании аптеки на месте нынешнего исторического музея. Это был первый в мире университет без богословского факультета. К концу века университет получил новое здание, построенное архитектором Казаковым. Оно и теперь украшает центр Москвы, правда, уже в несколько перестроенном виде. Московский университет, сыгравший огромную роль в развитии отечественной науки и искусства, занимает почетное место в истории русской культуры. Недаром он носит имя своего основателя, гениального сына земли русской, который, как образно сказал Пушкин, сам был нашим первым университетом.